Ви дивитесь міські новини. Не будьте тваринами. З такими словами на початку оперативної наради у понеділок звернувся до жовтоводців міський голова Володимир Абрамов. Приводом для цього став смітник, який залишають по собі, відпочиваючи на пляжі Веселої Іванівки. Нагадаємо, там тривають роботи з благоустрою і на минулому тижні з'явились дитячі гойдалки. Проект був реалізований, закуплен пісок, порядка 200 тонн, закуплені площадки, кабінки, лавочки. Частично там осталась небольшая часть реалізувати это, до окончания реалізації цього проекту. Я хочу обратить внимание жителей города вот на что. Еще раз повторюсь, до каких пор вы будете считать, что за вами сзади надо носить мусорное ведро? То есть у нас люди считают некоторые, что вот я сел вот тут вот, как говорит один, начал лузгать семечки, это же уровень культуры, лузгать семечки на улице, делать нечего, лузгая семечки на лавочке, обсуждая проходящих при этом. И рядом, чтобы с ним стояло ведро, чтобы было куда ему туда плевать все ведро. Ну, я не знаю, знаете, в европейских странах не стоять мусорные ведра и урны на каждом шагу. Люди, которые приезжают на водоем, привозят с собой бутылки с пивом, с чипсами. Вы же привозите бутылки полные, вам же не в ведре их привозят, не кто-то привозит, вы же сами привозите. Вам потом не трудно эти бутылки пустые потом отвезти в город и выбросить в контейнера. Но не обязан за вами носить пакеты, либо ведра мусорные, чтобы вы туда, пане, скидывали свой мусор. Ну до каких пор это будет длиться у нас в городе? Чтобы вас, вы, так, я еще раз говорю, стоят рядом ведро, все равно будут плевать мимо, это бесполезно. Приезжайте на природу. Почему вам надо на природе обычно все равно оставить мусор? Зачем оставлять на природе? Возьмите с собой, отвезите его назад, где вы привезли. Потому что общество жур не обязано за вами ухаживать. Общество жур создавалось для того, чтобы зарыбить этот водоем. Они собрали деньги частные, свои деньги собственные, и зарыбили этот водоем. Приняли участие в бюджете, участие, и этот водоем, прилегающий к территории, благоустроили. Но еще раз, общество жур не обязано носить за каждым жителем, который приезжает туда с едой, чтобы за каждым с ним, за ним носить мусорное ведро. Не обязаны это делать. Виникають і конфлікти між членами організації ЖУР та звичайними відпочиваючими. Члени товариства риболовів, які за власні кошти зарибили водойму, переймаються, що незабаром риби там взагалі не залишиться. Цікаво, що риболовний ажіотаж полонив і самих членів організації, деякі рибачать фанатично. Тепер обращаюсь к риболовам. Я все розумію. Вам хочется вот этот деньги сбросили, сбросились вы на покупку малька, и вам хочется этого малька выловить сегодня, а лучше вот вчера выловить малька. Ну, в таком случае тогда, знаете, в ванну дома напустите малька и ловите его сколько хотите. Все-таки вы деньги сбрасывали на малька, чтобы этот малек был не только для вас, но и для всех, и для ваших детей, для ваших внуков. Потому что до этого в водоеме вообще рыбы практически не было. Кроме сурной рыбы там вообще не было. Там сети стояли длиной 200 метров, 300 метров, по 100 метров сети. Сейчас доходит до того, что когда плаваешь, когда сети стояли, я проблемы создавал тем, кто сети там ставил. Я им мешаю, видите ли, сети ставить. Сейчас я мешаю, видите ли, тем, кто ставит там переметы и удочки. По 8 штук у одного человека, по 8 удочков, причем поплавки находятся на середине реки. Вы что, хотите сегодня всю рыбу выловить? Ну, вы в конце концов это еще говорят, а я для чего платил деньги? Вы платили деньги за малька для того, чтобы этот водоем просто оживить, чтобы в этом водоеме вообще была рыба, в конце концов. Теперь тем, кто не входит в общество жур. У нас возникает конфликтная ситуация между теми, которые входят в общество, платят деньги, и теми, кто не платил деньги за малька. Есть действительно проблема. Проблема, скорее всего, морального плана. В чем она заключается? Те люди, которые заплатили деньги, привезли малька, выпустили водоем, надеются, что этот малек, по крайней мере, будет в этом водоеме. Ну и, по крайней мере, они, возможно, когда-нибудь этого малька выловят. Или, как некоторые выловят, хотят сегодня выловить. А те, которые вообще не платили, не участвовали в субботниках, они тоже сидели в кустах, когда не было рыбы, когда вообще там было загажено, они туда не ходили, потому что а что там ловить? Естественно, рыбы ж нету. А вот сейчас, когда появилась рыба, тут как тут появились те, которые ничего не вкладывали в водоем. Не платили ни за малька, ни за уборку территории, не сделали, на субботник ни разу не вышли. И вот тут возникает конфликтная ситуация.
Я обращаюсь ко всем жителям города Желтовод. Вот так посмотришь на рыбаков, которые как сели в 5 утра и в 8 вечера вышли с водоема. Вы вот хотите за лето выловить всю рыбу в этом водоеме. Рыбы, которые запустили с общества ЖУР, ее тоже там не так много. Там по 200 килограмм той рыбы, по 300 той, по 100 той. То есть рыбы на всех рыбаков не хватит. Если вы все сядете вокруг водоема, будете вот это тупо его вылавливать 8 удочками, ну я понимаю, что вы, наверное, в конце концов выловите всю рыбу. Но не для этого это запускался туда малек. Малек запускался для того, чтобы нашим детям вообще осталась природа, в конце концов. То же самое происходит в цивилизованной Европе. Там же не для того огораживают вот, людей природу, чтобы выловить их или зайцев, или кенгуру и так далее. Для того, чтобы оставить поколениям своим эту природу. Еще раз обращаюсь к рыбакам, к любителям. Пожалуйста, ну, рыбная ловля – это же не способ пропитания, чтобы вы выжили за счет этой рыбы. Если у вас маниакальность эта рыба, еще раз повторю, сделайте где-нибудь дома вагоны или ставок, який сами вырыете, и там наловить, напустить коропа и садить ловить целыми днями. Кроме того, если вы забыли, напомню, водоем не является собственностью пока ничьей. Это собственность народа вообще, Украины. Поэтому на этом водоеме имеют право плавать, купаться, ловить рыбу, там, на лодках плавать, все, кто вас желает. И не надо никому препятствовать. Это прежде всего. Кроме того, еще раз повторюсь, если вы хотите за лето выловить всю рыбу, но на следующей рыбы там не будет лета. В планах міської влади взяти веселу Іванівську водойму на баланс міста і зробити там офіційний пляж. Поки що цей об'єкт перебуває на балансі агроцеху Жовторічанський, який знаходиться в стані ліквідації. Що ж до водойми в дитячому парку? Там картина дуже сумна. Водойма перетворюється на болото. З кожним днем рівень води падає, вона цвіте і смердить. В міськвиконкомі рятувати цю зону відпочинку поки не планують. Относительно водойма, то, що називається в дитячому парку. Він так і називається. Водойм в дитячому парку. Не дитячий пляж, а водойм в дитячому парку. З Олегом Михайловичем ми замерили об'єм води, який необхідно для поповнення цього водойма. На сегодня это примерно 50 тысяч кубов воды. Это составляет в деньгах скромно. Водоканал, я думаю, нам отпустит техническую воду по цене примерно, как есть, 5 гривен за куб. Умножьте 50 тысяч на 5 гривен. Получается 250 тысяч только для того, чтобы пополнить этот водоем. Такая сумма. После этого необходимо, опять же, паспорт этого водоема, брать пробы. Но еще раз говорю, водоем с точки зрения применения его как пляж весьма спорный. Потому что все стоки, которые идут с города по улице Гагарина, основные стоки, они направляются в этот водоем. Вы должны понимать, ничего хорошего в стоках с города, как правило, не бывает ничего хорошего. Поэтому весьма спорний вопрос насчет этого пляжа. Вулиця Гагаріна руйнується через великотонні вантажівки, що возять продукцію на завод «Гарант Метиз Інвест». У цьому впевнені місцеві мешканці. А от міський голова стверджує, що це міф. Тим паче, що підприємство сплачує в міську казну мільйонні податки. Якоби у нас автомобілі «Метиза» зрушають дороги в місті Жовтовод. Якщо б це було так, то у нас дорога, по которой ездит Метиз, например, вот там вот от улицы Гагарина до проходной Метиза, она тоже была разрушена. Вот сколько у нас есть Метиз, та дорога пока еще стоит и, кстати, не отремонтировалась. На повороте, там, где фуры вырывали асфальт, да, действительно, там разрушили. Они там сейчас положили бетонные плиты. Когда Метиза автомобили, фуры ездили по Маяковского, по улице Строителей, по бульвару Свободы, посмотрите, что там сделали. Там просто повырывали на поворотах все, что можно. Вот поэтому было принято пустить движение этих автомобилей по магистральной улице города Желтоводы, которая является улица Гагарина. Улица Гагарина в соответствии с плановым, генеральным планом города является магистральной улицей и предназначена в том числе для передвижения грузового автомобильного транспорта. Учредители Метиза правильно говорят, Владимир Васильевич, мы что, должны автомобили по воздуху пускать? Дороги строить мы не обязаны, налоги платить мы обязаны. По поводу налогов этого предприятия в город. За полугодие, чтобы вы понимали, суммы налога на доходы физических лиц этого предприятия примерно
1 400 000 заходят в бюджет города. Так когда говорят, что бюджет города предприятие вообще ничего не платит. 1 400 000 за полугодие заплачено этим предприятием в бюджет города. За полугодие. Цього року планується поточний ремонт вулиці Гагаріна. Частково за кошти гарант Метизінвесту. Колись наше місто вважалось найзеленішим в Україні. Та пройшли роки, і частина дерев постаріли і знаходяться в аварійному стані. За підрахунками влади, їх більше тисячі. Зрізати усі місто не в змозі, не вистачає коштів. Пройшли десятиліття, де дерев'я, які садили 40-50 років назад, тополя їх, вони підлежать тепер удаленню взагалі, тому що срок життя тополя 40-50 років. Дерев'я, люди, які раніше садили, строїли зелений город, вони забули, що взагалі на комунікаціях садити не можна. На расстоянии ближе 5 метров от дороги садить нельзя. Ну, теперь проблема. У нас деревья стоят на коммуникациях, ветки закрывают дорогу. И теперь все кричат, давайте спиливать деревья. На сегодняшний день аварийно уничтожено, снесено примерно 100 деревьев в городе Желтые Воды. Потребность гораздо больше. Таких деревьев, я так по своим оценкам оцениваю, больше 1000 надо снести, больше 1000. Начнем хотя бы с улицы Железнодорожной. Все тополя, которые там есть, их надо снести. Сейчас, если будет ураган, они перекроют просто эту дорогу. Все эти тополя, они имеют срок жизни больше 40 лет, они посажены где-то 40-50 лет назад. Все. То же самое касается деревьев, которые в городе. Приходят ко мне жители дома, старый дом 60-х годов. Дерево растет, разлись корни на коммуникации. Каналізаційні сіті, звісно, водоканал, ЖРЕО, теплосеті знають, що таке дерев'я у нас в місті. Це всі дерев'я посаджені в жилому кварталі на комунікаціях. І всі треба зносити. Хто додумався їх туди посадити? Ви коли садили, думали? Кстати, у нас був унікальний случай, чоловік, який привлекався до відповідальності за незаконний знос дерева, він прийшов і показав, Владимир Васильович, я, дурак, садив це дерево на комунікаціях, коли будувався дім. Да, от тоді мене треба було і наказувати. Ну, тоже ж люди добрые. Вы же хоть думаете, где вы садите деревья. Возле дома посадили 3-5 метров. Там же машина пожарная. Там же пожарные должны быть разрывы между деревом и домом. Тень хорошо, только ж как же будет пожарная машина ехать. Кроме того, это дерево теперь начинает качаться. Там же, вы же понимаете, амплитуда. Чем выше дерево, тем больше амплитуда. И дерево бьет по крышах, в стенку, по подъезду, по балкону и по окнам. Мы не можем сегодня снести или обрезать все деревья, которые необходимо снести в городе Желтые Воды. Мало того, деньги на обрезку, на аварийный снос деревьев, которые выделялись, это, по-моему, больше 1000 гривен на каждое дерево, почти 100 деревьев, мы использовали, больше денег нету на аварийный снос деревьев. Поэтому обращаюсь к жителям, пожалуйста, есть потребность сноса дерева аварийного, пожалуйста, обращайтесь в управление ЖКХ. Сактировали. Дальше. Есть у вас возможность, пожалуйста, привлекайте субъекта хозяйствования, либо не субъекта хозяйствования, который это дерево удалит. Только же имейте в виду, здесь необходимо выполнение безопасности проведения этих работ. За минулий тиждень поліція склала більше 80 адміністративних протоколів. Це, як завжди, куріння та розпиття алкоголю в громадських місцях, а ще керування автотранспортом у нетрезвому стані. Два насилля в сім'ї, 19 фактів тютюнопаління в громадських місцях, 22 факти знаходження осіб в стані алкогольного сп'яніння в громадському місці, а також... Не перестаємо виявляти факти та продовжуємо в цьому напрямку виявляти факти керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Так, протягом минулого тижня було складено один факт, а безпосередньо вчора, в неділю, було ще один факт виявлено та складено та притягнуто особу до адміністративної відповідальності. Штрафи, санкція даної статті передбачає за першу частину, перший раз, якщо вас зупинили в стані алкогольного сп'яніння, це від 10 тисяч з обов'язковим вилученням на рік посвідчення водія. За другою та третьою частиною санкції там значно більші. Так що рекомендую та звертаю увагу, не йдіть зі стані алкогольного сп'яніння, тому що стан алкогольного сп'яніння – це той самий злочинець, в любу секунду, в любу минуту можемо, скажімо так, водій може спричинити будь-яку дорожньо-транспортну пригоду, яка може потягти за собою значні збитки, значну шкоду
насамперед шкоду здоров'ю та життю людей. Как только ввели штрафы в размере примерно 2500, там были даже случаи суицида, потому что у людей не было таких денег. Это было по курсу примерно 1 к 5, поэтому для человека, у которого там пенсия была 800-900 гривен, когда он ехал в состояние алкогольного опьянения, штраф выписывали 2500, ну, некоторые люди даже не хотели дальше жить. Сегодня я смотрю, никого не останавливают штрафы. Первый штраф в размере 10 тысяч гривен и лишение права. Просьба следующая. Значит, если у вас есть проблема куда-то поехать и там отметить какой-то праздник, у нас в городе с такси, насколько я понял, вообще нет никаких проблем. Оплата за такси там 30-40 гривен. Вас привезли, вас отвезли и все. Дитячий алкоголізм в місті продовжується. Днями швидка допомога привезла до лікарні 11-річного хлопчика з алкогольним отруєнням. Дитина вирішила скуштувати мартіні. Поступав ребенок, это ребенку почти 12 лет, вот, ну, как он сказал, захотел попробовать мартини, вот, к сожалению, алкофором мы не смогли у него проверить уровень алкоголя в крови, ну, забрали из вены кровь, но это будет только мы доставляем их в Кривой Рог, потом только можем определить, какой уровень был. Тем не менее, ребенок сутки практически был в реанимационном отделении, откапали, привели, в общем-то, в состояние. Обычно стабильный ребенок сейчас находится в детском отделении. Ну, мы обычно сообщаем и в службу для того, чтобы все-таки обратили внимание. Ну, это там опекун. Там есть опекун, бабушка. Вот. Ну, это такое дело. Возраст, как мы иногда педиатры шутим, что мальчики, особенно пить, курить и говорить, начинают одновременно. Им все равно хочется попробовать. Но, тем не менее, должна быть работа с детьми, тем более в такую жару. И у нас тоже на неделе был случай, мужчина поступил в бессознательном состоянии, привезли его в очень сильном алкогольном опьянении. Вот, и понятно, что алкоголь пьют для немножко, да, для согрева, а тут получилась и температура, и согрев такой, что 40 минут боролись за его жизнь, в общем-то, и все успели сделать, что смогли, и капали, но тем не менее спасти не смогли. На вскрытии там очень серьезная алкогольная кардиомиопатия, то есть сердце, понятно, что сосуды расширили, сердце не справилось.